не уберегли. Отреставрированный чуть больше года назад старейший в области храм теперь не подлежит восстановлению. Предварительно так мы насчитали около 63 объектов. Это иконы, иная церковная. Причины и последствия пожара, что удалось вынести из огня. Репортаж с места тушения. Все под контролем. Городские власти избирательно проверили деятельность управляющих компаний. Мы стремимся к тому, чтобы мы были востребованы. Гроза управленцев. Где жильцы строже, чем надзорные органы? И как подготовлены к зиме дома ивановцев? Небрежность наказуема. Дорожников, плохо отремонтировавших участок Фурмановской трассы, ждут многочисленные судебные иски. Добровольно никто платить не хочет. Каменный обстрел. Кто же выступит ответчиком? Организатор или исполнитель убойного ремонта?